Это не подворот. Не подворот, правильно, законными руками, Катерина. Так делают. Это называется страховка. Сильно не упал. Так, как ты стараешься кинуть. Тут сильно не упал. Падай так, чтобы он не убился. А то твой бросок принесет там бой. Вот так поставлять руку можно и поломать. А вот так. 5 подворотов, 1 бросок. 5 подворотов, 1 бросок. Делаем. Вот так, молодец, Андрюха. Вот. 5 подворотов и здесь бросали, чтоб ты здесь не бросал. Нет, через плечо. Через плечо. Через плечо. Подворачивайся, Макс, ногами. Макс, смотри, куда будешь бросать, чтобы ты делаешь. Плохо видишь, что он стоит. Ты вот, просто стоишь сбоку. И вот так вот посмотри. И Сашу отсюда идет такая линия. Сидит за этой линией. Думаешь, это как математика? Как, да, очень сложно объяснить. Посмотри. Я вот так вот. Посмотри, где моя рука идет, там и сюда. И там и я. Понимаешь? Отошли сюда, я просто второй номер делаю. Дай. Пошли, пошли, пошли. По четвертый. Раз, два. Чем Настя, ты? Уходи в сторону, Настя в сторону. Ты вот как вот делаешь? Ты делаешь вот так, да? Руку туда, туда. Просто на бок вот так ложись. А ты там на бок, плечо ложишься. Вот ты делаешь и вперед, но и в сторону. Нет. Вот ты опять на плечо ложишься. Учукове и бросок. Куда? Куда локоть? Под мышку? Можешь под руку? Мяч. А вот поймать как в волейболе. Поймать или сразу же? Нет, сразу не надо. Пусть она поймает и бросит, а ты посмотришь. И уже от этого будешь отталкиваться. Руки, опа, так. Пытайся не просто поставить так руки, а схватывать мяч. Вот. Видишь? Он не подошел к моему лицу. Да, кидай, ты ей кидай снизу, она кидает от груди. Сейчас я покажу. Да. Смотри. Да, вы же нет. На, сейчас. Кидай. Руки держишь. Держи руки здесь. Держи. Кидай. Еще. На ногах руки одна сзади. Вот отсюда. Ножки согнуты. Ручки здесь. Готово? Ручку раз. Видишь? Ком. Не держи здесь. Чуть впереди. Ловишь мяч. Раз. Чуть назад. Вот. Держи. А, возьми другой мяч. Но я не вижу. 4 и отлично. Только смотрите, смотрите. Делаете бросок. Отсюда вытаскиваете соперника. Когда он падает, не надо его туда вколачивать. Чуть-чуть. Раз. О, видишь, он уже мертвый, блин. Падать не умеет. Мате. Что? Как ты упал? Да, но пытайся. Что? Бросать его вверх. Вперед, Салик, что вы сели? Ну вот прямо, а надо вверх. Сюда. Макс, сюда. Разобрались. По квадрату. Там, 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 там. Вот, вот, видишь, как мягко он вот так. Не надо и не прямо. Нет, это как надо. Ты же будешь очень работать. На лице надо так. Но не радость, да, это. А желание работать. Вот посмотри на меня, смотри. Давай, давай. Тебе будет весело. Ой, низко кидаешь. Надо. Что сейчас делать?
Делаешь. Положи его на лопатку, удержание делаешь.
за ковром. Возьми его за ноги, затащи его, держи. Руку держи. Целиком, целиком. Кто убежит? Наоборот, вот это и держи. Не надо болевой сейчас делать, не знаю. 20 секунд, потом болевой будет делать. 4 балла. Почему вы себе человек? Дай мне подожди. Вот Андрюха держит. Кто держит еще? Надо держать. 4 балла. Молодец. Андрюха лучше. Не надо так держать. Матен. Матен. Артур, сюда ложишься. Головой сюда. Слишком. На живот головой туда. Да. Еще раз. Не то, что высоко. Посмотрите внимательно. Даник, подожди. Посмотрите внимательно. Все вы смотрим на меня. Может, встать и заправить. Еще раз. Надо отсюда перевернуть противника. Значит, что вы должны сделать? Вы должны сесть. Раз. Два. Если есть возможность, вы пропускаете ручку. Захватываете, придерживайте, не расслабляйте, не расслабляйте, вот. Захватили рука, перешли в эту сторону, потянули, оп, вот удержание. Еще раз. Здесь нельзя ставить руку, потому что он схватит за локоть и локоть разрывает. Значит, вот здесь, то есть чтобы он не схватил, вот здесь поставили, раз. Пропускаем ручку, хоп, идите, да, хоп, захватил. Дальше что надо? Не с наспину ложиться, колено, да, и отсюда раз, раз, здесь, и хоп, и удержание. Еще раз. Как помогать сопернику? Даете захват, раз, но не сопротивляетесь полностью, вы не поворачиваетесь раньше, чем он начнет. Дальше, вот, раз, 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 посмотрите. Видя ложится мне на руку, руку разворачиваю, делаю удержание отсюда. Эта рука идет за голову и за дальнее плечо. Понятно? Вперед. Миша. Саша. Вы. И ты. Хаджи. Еще. 50 бросков. Эй. 50 бросков. Там. Переворот. Стоп, стоп. 50-50 она. Броски. Да, броскай. Давай, 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 давай. Слух пусть считает. Дали? Пусть слух считает. Слух. Слух. И погромче. Сначала 50 у тебя, 50 у меня. Только она считает. Считай, Настя. Не слышал? Громче. Ну я не вижу. Я не надо 20 секунд держать. Перевернул в другую сторону. Ты не защищайся. Ты не защищайся, ты ему помогаешь. Это отработка. Это отработка, это не борьба. Ногу убери. Эй. Ну. Саша, держи. Встань, ты не сходишь. Раз, захватил. Подходи. Что? Тут здесь, смотри. А, раз, вот. Давай. Закрутить ручку. Ногу перенеси. Зачем ты отпустил руку? Отпустил, он ушел. Руку все время держать. Спасибо.
Но он кстати сделал. Раз ручку запустил. Забрал? Перенес ручку. Перенес. Тащи. Тащи. Руку под голову. Вот так. 5 секунд и все отпускаешь. Саша, на колени. Жену. Еще раз. Матей! Так. Ложись на живот. Сядь сверху. Миша на живот. Сядь сверху. Андрюха на живот. Сядь сверху. Артур на живот. Сядь сверху. Вы видите, да? Соня? На горе она сможет. Не-не-не, сейчас не надо, а то они там это борются. Значит так. Ага. А ногой? Ногой. Сейчас они. Еще раз. Ваша задача перевернуть. Запретить руку и перевернуть то, что его. А вот защищается. Стоп. Стоп. Вы даете руку в цель, а вот перевернуть что-то на спину, вы защищаете. Готовы? Хаджи! Боремся. Да, не ходи сюда. Ну, Саша, держи. Настя, что ты делаешь? Что с тобой? Я сказал сдаваться. Еще раз бегло. Как останавливаться? Можно вот так поставить? Ну, не на суббору. Так просто. Можно вот так. И как бы остановил и передал. Давай. Иди сразу. Давай, вперед. Матей! Баскинбас, номер удоля. И сразу захватывает руку. И сразу руку. Взял руку. Взял руку. Взял руку. Миша, взял руку или нет? Взял. Внимание. Бачер, перевернуть. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. 8, 9, еще надо грудью коснуться, 10, Матео, поменялись, баскетбас, Марлуно, готовы, взяли захват за руку, за руки. Работает. Ходит. О, да ты вот куда, ну не знаю. Давай. Миша, ты не вновь на него делать. Пас делать. Чем его делать? Ой. На один пас. Повернуться ко мне лицом. Еще раз. Сейчас в исходном положении вы вот так возьмете вот так захват. Вы сможете одну руку вытащить и перевернуть в эту сторону. Взять эту руку, перевернуть в эту сторону. Дальше. После того, как идет команда хаджиме, для того, чтобы тебя не перевернули, что ты должен сделать? Что с рукой ты должен сделать? Возьми. Вот, взял, да? Взял, да? Посмотрите, если он хочет меня сюда перевернуть, руку выпрямить. Еще раз. Раз руку выпрямил, ему будет тяжело. Приготовились? Один переворачивает, один защищает. Внимание. Переворачиваем.